Ребята, всем привет! Вы на канале «Бизнес на ключах» Бибермастер, и сегодня у меня в работе Escalade 2011 года. Ко мне приехал клиент со своими пультами, и почему-то он решил, что у него ключи с частотой 315 МГц. Конечно же, этот Escalade я уже делал несколько раз на эти автомобили, и я прекрасно понимаю, даже если на щитке приборов мили, все равно там 433-я частота. В общем, его ключи прописать не получилось. Посмотрите, пожалуйста, этот ролик, потому что в нем вы найдете ответ на свой вопрос и поймете, как с помощью прибора Keymaster 5 или OBD Star X300 DP+, прописать ключ, вернее, радиоканал на этот автомобиль. Вы не знаете, как программировать любые автомобильные ключи подобными сканерами? У нас есть онлайн и офлайн обучение. В описании вы сможете найти ссылочку, по которой сможете записаться на наше обучение. Ну а мы продолжаем. Итак, Cadillac Escalade 2011 год. Что надо сделать, Лех? Покажи прошивку быстренько, пацанчик. Вот это Captiva 08015, 433. Включаем зажигание. Что, заходим? Куда ты тут заходишь? В Escalade, да? В Escalade, ремонт. 2007-14. От ремонт. Интер. Все, услышали сигнал. Потом нажимаем на первую, вторую кнопку на ремоте. Одновременно. Нажми, Лёх, пожалуйста. Он уже прописан просто. Короче, нажимаете, держите 6 секунд. После этого у вас начинает он работать. Это вроде бы там мили там и так далее. 315 ключи. Тут клиент с Алиэкспресса заказал. Все это полнейшая ерунда. Просто берете мою прошивочку, KD, и все у вас будет работать. Да, друзья, это моя секретная прошивка KD. Я не знаю, какая прошивка используется у X-Horse. Если вы знаете, обязательно внизу напишите в комментариях номер этой прошивки. Но я с вами прощаюсь. Всем удачи в работе. Всем пока.